Приветствую, друзья! Сегодня будем ставить вот такой вот сабвуфер от компании DL Audio. Называется он Piranha. Давайте посмотрим, что идет в комплекте. Далее мы его подключим, послушаем и оценим, в принципе, звучание. В комплекте у нас идет, так, у нас всякие наклеечки. Идет вот такая штучка, гарантийный талон. В комплекте у нас идет все необходимое для подключения. Это у нас идет плюсовой провод, а также провод ремоут. Если будете подключать по высокоуровневому ходу, есть отдельный штекер. Это для тех, у кого нет выхода с тюльпанами, можно взять сигнал от динамиков. Здесь все подписано. Левый, правый, плюс-минус, фишечка. Далее у нас идет это провод для выносного регулятора баса. Очень удобно. Можно сидеть на месте водителя, собственно, регулировать. Вот у нас вставляется сюда. Вот такая вот интересная штучка. Далее у нас в комплекте идут, собственно, сами стандартные довольно-таки тюльпаны. Это если у вас есть выходы в магнитоле, то можно подключить через RCA кабель. И далее у нас идет в комплекте это минус. Минус уже обжат. Все так довольно-таки добротно сделано. Минус подсоединяем на кузов. Далее у нас в комплекте идет запасной предохранитель. Термоусадочная пленка. Также хомуты для стяжки проводов. Такой у нас довольно-таки солидный сабик. По весу он внушает доверие. Давайте рассмотрим место для подключения. Так, у нас сабвуфер активный, усилитель у нас встроенный. Здесь мы видим, у нас уже имеется порт для подключения всех необходимых проводов. Граунд — это у нас земля, то есть минус подключается, где он, вот этот вот провод подключается сюда. Ремоут — это у нас идет управляющий провод, вот этот вот синенький. Далее у нас идет 12 вольт. Необходимо протянуть вот этот кабель от аккумулятора. Дальше смотрим, у нас идет предохранитель. Идет индикация power, то есть когда он включен, сабвуфер, срабатывает управляющий провод. Когда включаете зажигание, загорается индикатор power. Это у нас кнопочка protect, то есть если будут какие-то ошибки, какое-то замыкание, то есть сабвуфер уйдет в защиту и, в принципе, будет видно. Далее у нас идет low-pass фильтр, фильтр низких частот. Регулирует он у нас в диапазоне от 50 Гц до 200 Гц. Это у нас идет уровень баса, так называемый гейн. Можно выставлять в зависимости от предпочтений минимум-максимум. Сюда у нас вставляется ремоут. Это вот удаленное управление басом. Вот. Далее у нас идет, собственно, RCA разъемы для подключения вот этим кабелем, если вы подключаете через RCA. Также идет фишка у нас уже для подключения высокоуровневого входа. Итак, давайте подключим наш сабвуфер и оценим его звучание. Вот так вот у нас выглядит наше подключение. Тут трудно ошибиться. Каждый провод имеет свое место, что очень приятно. В комплекте провода, которые шли у нас к этому сабвуферу, их хватило как раз, даже с большим запасом. То есть у кого более большой автомобиль, есть возможность сделать скрытую проводку. В этом проблем нет, что крайне приятно. Давайте подытожим о нашем сабвуфере. Скажем пару слов.
В целом мне понравилось решение компании DL Audio. Весьма такой сочный получился сабвуфер. Звучание вполне интересное. Есть, в принципе, с чем сравнить. Это уже не мой не первый сабвуфер. Довольно-таки интересно. За счет вот этого решения порта звук довольно-таки такой создает еще давление, довольно-таки приятное. В целом, пару треков я включил. Включил специально бесплатные треки на YouTube, чтобы не было проблем по авторским правам. Можно, конечно, навалить что-то поинтереснее. В общем, попробуйте. Мне в целом понравился, за что большое спасибо производителю. Ну, на этом все. До новых встреч. Пока.